По итогам этого года через руки российских почтовиков должны пройти рекордное количество международных посылок, не в последнюю очередь благодаря резкому увеличению числа таких почтовых отправлений в преддверии Нового года, также январских каникул. Число отправлений с товарными вложениями перед праздником в этом году может увеличиться с 37 миллионов до 70 миллионов. Ежегодный рост объемов почтовых отправлений обусловлен бурным развитием интернет-торговли, но и трафик международной почты традиционно достигает своего пика как раз к Новому году.